Всем привет, мои дорогие. Посмотрите, чем занят Тоша. Тоша спит. Я не знаю, что с ним случилось. Сегодня у нас 7 апреля, праздник Благовещения. Вот мы встали рано-рано утром, и Тоша даже не пел. Вы представляете, когда каждое утро, сколько он у нас существует, он у нас всегда поет. Всегда. А сегодня, именно в этот день, он не поет. И вот время сейчас скажу, сколько уже. Начало второго дня. Тоша, как вы видели, спит. И спит так интересно. Уткнулся, видите, туда головой. Сейчас вот меня услышал, голову распрямил. И вот я не знаю, что это такое. Я уж думаю, то ли заболел, то ли в честь праздника. Обычно как говорят? В Благовещении даже птица гнездо не вьет. То есть ничего делать нельзя, все такое. И вот я говорю, и Тоша наш и спит, и какой-то вот такой. Мы утром встали, был на улице туман. Думаю, ну может быть погода. Сейчас на улице солнышко. Ну вот смотрите, какая погода. Хорошая погода, солнышко светит временами, местами. Ветра нет, снега нет, дождя нет. Прелестная погода. А Тоша никакой. И вот думаю, то ли он вчера поздно, мы его спать положили, то ли он заболел, то ли он не выспался, то ли праздник. Вот пишите мне в комментариях, как вы думаете. Ну вот видите, смотрите, проснулся, камеру увидел. Тоша. И главное дело не поет, дорогие мои. Вы понимаете, ни одного звука вот до сегодняшнего часа от него не было. Вот что это такое может быть, я не знаю. Мне даже интересно. И вот мне интересно, когда же он подаст голос и запоет ли он. Даже мне... Я вот даже не удержалась, видите, и вам снимаю. Не, ну вот так вот реакция-то у него хорошая. Вот не пойму я, неужели ты в честь праздника тоже голос не подаешь и песенки не поешь? Он сел ко мне на плечо. Не, ну так-то вот, видите, заактивничал. Хотя мы сейчас вот сидели и громко разговаривали, телевизор работал, а он спал. Спал. Вот единственное, вот сейчас вот смотрите, чуть-чуть проснулся, потому что я его сейчас снимаю. И он как-то встрепенулся немного. Ну, сами видели, да, я начинала снимать. Он сидел, уткнулся носом, клювом и спал. Ну, мне прям кажется, сейчас я вот перестану его снимать, и он опять начнет спать. Что такое с ним? Ну, это ладно, спит, не спит. Мне вот интересно, запоет ли он сегодня. Вот чтоб прям пела, а поет он у нас каждый день, прям с самого раннего утра. И целый день, целый день. Ну ладно, прослежу. В следующем видео вам обязательно расскажу. Тоша сел мне на руку, Тош, но тебя не видно. Не знаю. Неужели он хотел спать? Не, ну почему он не поет? В общем, у меня сегодня целый день будет этот вопрос. Такого Тоши я еще не видела никогда. Ну, дождемся вечера. Если вам интересно, в следующем видео расскажу, как произошло у нас на самом деле. Запел ли Тоша или нет. Если вам интересно, пишите в комментариях. Ждем продолжения. Тогда я вам расскажу.
В общем, молчаливый Тоша, молчаливый, как будто язык проглотил. Или как будто голос у него пропал. Молчит. Молчит. Очень-очень странно. Ну ладно, буду заканчивать сегодняшнее видео. Я, конечно, остаюсь с вопросом со своим. Ну, подождем сегодня еще целый день. Ну вот еще раз повторю, с 8 утра, вот сейчас время 1:30 дня, Тоша молчит и не поет. Вот видите, и глаза у него все равно, смотрите, как будто засыпает. Тош, ты вроде никаких снотворных не пил. Чего ты такой сонливый сегодня? Неужели в честь праздника? Он, наверное, соблюдает эти приметы. Птица в гнезда не бьет, а Тоша решил не петь в этот день. Ну все, дорогие мои, всем пока. Буду сегодня наблюдать за нашим Тошей. Друзья, по скриптум. Только я закончила съемку, хотела выкладывать это видео для вас. И Тоша подал звук. Чирик-чирик. Правда, не песня, но звук подал. Значит, с голосом все в порядке. Но будем ждать теперь песенок. Потом расскажу, пел или не пел.